Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла. Павел, волею Божию призванный апостол Иисуса Христа, и Сосфен, брат, Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященном во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте у них и у нас. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которому вы призваны в общении Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. От Матфея святое благовествование. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли мы пойдем, выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Ину притчу предложи им, глаголя: «Уподобите Царствие Небесное человеку, сеявшему доброе семя на селе своем. Спящим же человеком прииди враг его, и все плевелы посреди пшеницы, и отыди. Егда же прозябе трава, и плод сотвори, тогда явишися и плевелие. Пришедшие же рабы господина реши ему: Господи, недоброе ли семя сеял Иси на селе твоем? Откуда убы имать плевелы? Он же рече им: Враг человек сие сотвори. Раби же реши ему: Хочешь ли убо дошедшие из плевем я? Он же рече им: Ни, да никогда восторгающие плевелы восторгните купно с ними и пшеницу. Оставите расти обое купно до жатвы, и во время жатвы реку жателям: соберите первые плевелы и свяжите их снопы, яко сожищи я, а пшеницу соберите в житницу мою».
живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во дворица, речет Господи, заступник мой Иси, прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него, яко то избавит тебя от сети ловчи, от словесе мятежно, плечма своим осенит тебе под крыле Его, надеявшись оружием обыть тебе истина Его, не убоишься от страха ночного, стрелы летящие во дни, отвечи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного. Падет от страны твоей тыща, и тьма десную тебе к тебе же не приближится. Обаче от чима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь, яку ты, Господи, упование мое вышнему положилось и прибежище твое. Не приид к тебе злой рано, не приближится телеси твоему, яко ангелом своим заповесил тебе сохранить тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда приткнешь о камень ногу твою. На аспида и василиска наступишь, и поперешь льва и змия. Яко на мя уповая, избавляю, покрыю, яко познай имя мое. Воззовет ко мне, услышу его, сними в скорби, изму его. И прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение мое. Возведу очи мои в горы, отнюда же приедет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю. Не дашь во смятение ноги твоей, а ниже воздремлет, храня тебя. Все не воздремлет, ниже уснет, храня Израиля. Господь сохранит тебя, Господь покров твой на руку десную твою. Во дни солнца не ожет тебе, ниже луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь сохранит вхождение твое, исхождение твое отныне и до века. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душою и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобой. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым ближним моим, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь.
Gracias.